Так, ну что, поехали в шахт, в шахте поедем. Выбираем для этого багги, берем. Все. Ух ты, какие здесь быстрые чуваки все. Все багги выбирают почему-то, да? Потому что самая более-менее прокачанная машинка у всех. Багги. Ага. Так. Вот два лидера у нас. Чувак какой-то и я. Ах ты, ё-моё. Да, нифига, я пошел кувырком как. Ой, поехали дальше. Так, идеального старта не получилось. Надо рессоры покупать. Да, чтоб машинка так на мне не переворачивалась. Вот сколько денег будет, я давай я куплю, наверное, рессоры для багги. То, что мне уже это достало. Что оно постоянно переворачивается. Ну вот, третье место. Так, ну давайте еще раз. Так, если я первый приеду, будет здорово. Это будет волшебно просто-напросто. Это будет волшебно. О! Вроде получается у меня. Более-менее. Проехали мы хорошо. Так, он настигает меня. Ребята, какие вы быстрые все-таки, оказывается. Очень быстрые. Как-то вы, наверное, читерят, точно. Они читерят. Третье место. Да, такого быть не может. Кубок Штрой Райдера. Ну давай, поехали. А, на этом кубке. О, здесь прикольно, смотри. Мне кажется, я здесь ни разу не ездил. Или ездил один раз, но очень давно. Интересно очень. Ух ты, пробивать, а у меня пробивалки нет. А, нет, ездил я здесь. Здесь надо аккуратно ехать, чтоб не попасть в лаву. Ух ты, ё-моё, что за скелет вонючий? Он еще проседает. Так, а чё вы все, этот самый, все живые, да, остались? Никто там ничего нету. Ох ты, а ветер, смотри, ветер дует, и такое чувство, что машинку ускоряет. Смотри, финиш что-то интересное сделано. Угу. Так, все, старт. Опять через пещеру, да, будем ехать? Ё-моё. Ну, вниз поехал. Ладно. Так, перепрыгиваем. Поднимаемся. Ох, 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 не знаю, какое место я здесь займу. Пока я здесь встану опять-таки на колеса. Все очень долго происходит. Так, лава, лава, лава везде. Я себя не вижу. Прям куча машинок, прям. Очень-очень-очень-очень удобно. Ага, все, вторая позиция. Я не видел даже финиша, представляешь? Так, пока что я первый. Это прям удивительно. Так. О, гейзеры, гейзеры. Да, они опасны. Они машинки подкидывают. Я здесь так и ездил уже. Так, а здесь прям лава. А как они все перепрыгнули? Я чуть в лаву не попал. Они... А у них все получилось хорошо. Очень интересная карта такая, что... Она связана, вот тебе, пожалуйста, и снег, и мороз прям, и ветер такой мощный, и тебе лава, пещеры с лавой. Интересно придумано. Опа, первая позиция, офигеть, а как я так в лаву еще не упал? А этот упадет в лаву, интересно, или нет? Да, эти ребята, смотри, в лаву упали, еще они там сгорели. Первое место, классно. Так, ну а мы продолжаем. Столичный кубок у нас. Столичный кубок. Едем. Так, плохо, что у нас еще и денег нету. Совершенно, совершенно денег нету. Я бы немножечко багги прокачал бы. Ну, блин, там же такая прокачка дорогая.
Ладно. Аккуратно, аккуратно едем. Наверное, в классику поиграть, просто поездить. С помощью баги. Я приехал третьим. Ну, хоть не четвертым. Спасибо. Вот, едем. Ускоряемся. О, хорошо, хорошо. Пока что... Нет, какой-то засранец, смотри, впереди меня поехал. Опа. Так, ты давай там застревай. А, нет, да какого фигля? Перевернулись, к сожалению. Ладно, еще последняя попытка. Последняя попытка. Ага. Так, очень много игроков. Злодеи прям. Ой-ой-ой-ой. Профукали мы бензин. Так, монетки нам вообще не дают. Вообще никакого ускорения не дают монеты. О, смотри, нормально вообще. Не хватило нам. Ничего не хватило. Скорости не хватило. Так, бензин заканчивается. Так, а чё уже третье место всего лишь? Да, третье место. Нет. А, давайте поиграем в приключения. А, в лес возьмем баги. Посмотрим рекламу. Так, ну что, мы получили 2000. А, поехали. Давайте прокачаем коробку передач. У нас еще деньги остаются. Давай прокачаем мотор. Во. Есть, идеальный старт. Так, смотри. У нас прокачанный мотор. Более-менее. А еще самое главное, коробка передач прокачанная. Коробка передач нам даст быстрый... ускорение как бы дает коробка передач. Лучше передает скорость от мотора. Так как мотор у нас мощный. Ребята, ну смотри. Мы хорошо проехали. Первое место. Здорово. Если так и будем продолжать, конечно, мы выиграем. Ох ты, оторвало, смотри, у меня что-то. Офигеть, и мотор начал что-то у меня гореть. А почему? Что случилось-то? Просто крышка оторвалась. Ладно. Так, ну все равно я еду первый. Это очень хорошо. Здорово, наконец-то у меня получится сейчас выиграть. Не знаю, как я на баге бы здесь ехал. Получилось бы у меня так или нет. Но пока получается хорошо. Так, они, смотрите, что-то ускорились они. Но сейчас мы будем их обгонять. Так, главное вот этого чувака на баге обогнать. Что ускорился. А нет, все. Теперь я первый. Да, машинка быстрая. Ничего не скажешь. Мы ее немножко прокачали. И она нам позволяет выигрывать. Офигеть. Первое место. Круто. Давайте дальше поедем. Да, вот в этом месте. Посмотрим, если мы здесь выиграем, то это хорошо будет. Ух ты, я заехал наверх. Да, но здесь наверху не особо. Вообще надо было мне сюда заезжать наверх, ну ладно. А, так получилось, что я сюда заехал. Четвертое место всего лишь. Но это из-за того, что наверх поднялись. Очень много потеряли времени. Да. Смотри, какие они быстрые. Вот я не хочу наверх, идите нафиг. Я снизу поеду. Опять-таки потеряли время кучу. Опять четвертый приехал. Да.
суперстарт мне не получается, но я уже не надеюсь выиграть. Четвертое место всего лишь. Опа, третья позиция. И в итоге я... Какая жалость. Какая жалость, ребята. Так, гонка, я ненавижу воду. Мы берем для этого багги. Что здесь только багги у меня справляются. В воде. Более или менее. Нифига они тут все такие скоростные. Опа. Стукнулся башкой или нет, но какой-то чувак там не доехал. Видно, явно не доехал. Так, багги молодец. Давай, 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 давай. Ах, смотри на последних вот этих вот моментах. О, ну хотя вторая позиция, то хорошо. Опа, и все, поехали. Едем. Все норм. Ох ты, это смотри, вырывается вперед на машинке. На раллийной тачке. Ой, последний едем. Да как так-то? Я ж только что выиграл. Так, наверх заехали. Давай, поверху поедем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ускоряемся, ускоряемся. Так, третье место. Так, итого я на втором пока что. Но это пока. Угу. Сейчас все решится. На каком месте я приеду. Блин, а что ж такие все скоростные-то, а? Вот сверху ехать тоже не особо камильфо. Так, пока третий. Все, четвертый, ребята, все. Не надо было поверху ехать. Они все по низу ехали, естественно, они выиграли. Да ё-моё. Нифига себе, они так далеко уехали, что я их даже догнать не могу. О, да, они уже здесь сидят все. Они уже там уже все сидят, третье место только.